находимся на Олимпиаде Сочи 2014 года. Лето выдалось не очень. Продолжайте, продолжайте. Мы вас снимаем. Лето в Сочи выдалось не очень... Соревнования, о которых мы хотим вам рассказать, проходят на этом грандиознейшем творении инженерной мысли, в которое за последние 6 лет были вбуханы 2 миллиарда инвестиций. И вот этот вагончик стройматериалов и легендарные таджики. Аиська, девушка, иди сюда! Девушка, иди сюда! Первый наш репортаж соревнований по прыжкам в длину. Сейчас мы будем проходить мимо наисовременнейшей гостиницы, в которой поселились иностранные спортсмены. Какая из двух? Тут два корпуса. Два корпуса? Говорю, наисовременнейшая двухкорпусная гостиница. А, двухкорпусная гостиница, да? Понятно, так. А вот и наши спортсмены. Сейчас должны проходить соревнования по бегу на 100 метров. Но вчера российская сторона пригласила сборные всех стран на празднование в честь открытия Олимпиады. Поэтому сегодня на старт смогли весь... Как всегда, студенты математико-механического факультета УРГУ выручили страну. Единственный иностранец, который смог пережить вчерашний корпоратив, это голландский бегун брутальной внешности с труднопроизносимой фамилией Энгервар Эмгрейс. Миша, объясняйте. Всего того!
With his horror against nature, right lights evermore, they will hide. Right bread, rise, paper, with no mountain boots, no strong fire. With his horror, nine girls, six. With his horror, no clear demarcation, no man can find sight.